Ученица 5 класса Видновской школы номер 6 Валерия Егиазарян в прошлом году заняла первое место в конкурсе «Скрипичный ключ» с песней «Катюша». По ее словам, это был необходимый опыт и новый вызов. С детства мама услышала, что я пою, и ей сразу понравилось. И она дала меня в школу музыкальную, чтобы меня послушали. И вот так я начала заниматься вокалом. Вокалом Лера занимается в детской школе искусств 5 лет. За это время она уже не раз принимала участие в праздничных концертах Ленинского района. В прошлом году, помимо выступления на нашем телевизионном проекте, юная певица получила гран-при на международном конкурсе «Твой голос». Кроме пения, Лера увлекается рисованием, танцами. У нее много друзей. Я учусь в музыкальной школе на синтезаторе. И, может быть, когда-нибудь запишу с Лерой совместную песню или, может быть, номер. У нас девочки были, которые ходили на хореографию спортивных танцев. Да, Лера там тоже участвовала, она туда тоже ходила. И да, она увлекается танцами и читает тоже хорошо. Лера – разносторонне развитая девочка. Литература – один из самых любимых предметов в школе. Пока она еще не определилась, кто из авторов и какие направления ей ближе, но старается читать как можно больше. Климат в классе, да, мы очень часто видим, зависит иногда от одного какого-то человека. Лера в атмосферу вносит очень много, потому что ребенок занимается музыкой, ребенок читает, увлекается чтением. И вот эта одухотворенность такая от нее витает над ней прям. В этом году Лера собирается подтвердить свой высокий уровень, снова выступив на сцене «Скрипичного ключа». Уже сейчас проходят репетиции. Семья Леры всячески помогает и поддерживает. Воля судьбы, я ее сопровождала также на этом конкурсе, настраивали на победу, что только вот стараться побеждать. А в этом году, вы знаете, в прошлом году хотели в нескольких номинациях, возможно, не получилось выступить, и поэтому в этом году хочется, да, доказать, показать свою значимость. На этот раз выбор пал на композицию «Мечтай». По словам Леры, если к мечте всегда стремиться, а также много трудиться для ее достижения, то она обязательно исполнится. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.